Всем привет! В этом видео поговорим о том, что в США и Европе рекордно выросли цены на дизельное топливо. США и Европа погружаются все глубже в топливный кризис, который сопровождается стремительным ростом цен на АЗС. В США на этой неделе стоимость дизеля впервые в истории превысила $140 за баррель. В Европе с начала года цены на дизель выросли на 60%. По мнению западных экспертов, дефицит топлива в США и ЕС будет нарастать, чему способствуют действия России и Саудовской Аравии по ограничению нефтедобычи. По данным Международного энергетического агентства, доходы российских компаний от экспорта нефти в августе 2023 года выросли на $1.8 миллиарда в сравнении с июлем, несмотря на сокращение физических поставок нефти. Существенный дефицит нефти на рынке привел к росту биржевых цен на нефть в район $95 за баррель. Всплеск роста цен на дизельное топливо в США и ЕС в ближайшие недели приведет к росту инфляции. Логистические операторы увеличат расценки на услуги перевозки грузов, что отразится на себестоимости конечной продукции. Водители на американских заправках не верят своим глазам. Средняя цена галлона бензина достигла отметки в $5.87. Это уже выше прошлогодних пиковых значений, когда президент Байден отдал распоряжение на высвобождение топлива из стратегических резервов. К середине сентября текущего года цены на американских АЗС превысили прошлогодние максимумы, а нефтяные запасы США сократились в половину. Американские нефтяные компании нарастить объемы добычи нефти в сжатые сроки не могут физически. Дизельным топливом в США ежесуточно заправляют свыше 3 миллионов грузовых автомобилей. По данным экспертов, опрошенных Bloomberg, в США наблюдается нехватка топлива, что приведет к дальнейшему росту цен на АЗС. Проблема усугубляется остановкой на ремонт нескольких крупных НПЗ в США и Европе. Еще одной причиной текущего дизельного кризиса в западных странах стал вынужденный переход НПЗ на более легкий сорт нефти вместо использовавшегося ранее тяжелого сорта нефти Urals. Это привело к снижению количества произведенных нефтепродуктов и сократило маржинальность производств, вынудив производителей увеличить отпускные цены на конечные продукты переработки нефти.